Привет всем! Это видео для совсем больших ценителей бокса. Оно не запланированное, потому что через несколько часов уже Майки Гарсия будет биться с Эрлом Спенсом. И я сегодня весь день просматривал бои Майки Гарсии и бои Эрла Спенса, и также старые спарринги Майки Гарсии. И я заметил один очень важный момент, который не то чтобы не замечал до этого, но не придавал ему значения. Смотрите, понятно, что Эрл Спенс гораздо крупнее, да, и он мощный, и он будет идти вперед, это все ясно. При этом понятно, что Майки Гарсия, у него очень хорошее движение, и он умеет жестко бить из движения, да, и, соответственно, он будет как молния по рингу. Да, летать и, не останавливаясь, пытаться в разрез прямыми особенно ударами, ну, правым прямым, да, и там левым боковым, пытаться подцепить Майки Гарсию навстречу. Ну, естественно, про печень Спенса Майки забывать не будет, потому что Спенс, он левша, и печень его близко. Это понятно. То есть движение постоянно будет уходить. Но, когда я просматривал один из старых спаррингов Майки Гарсии, я заметил один его технический прием. Дело в том, что он при желании очень даже неплохо защищается в ближнем бою. Каким образом? В принципе, базовый прием – он свою голову, да, он ее прижимает к груди соперника. В стиле Андре Уорда. И получается, соперник, так как голова, ну, близко, он толком не может его ударить. При этом сам Майки Гарсия в этот момент, когда он прижал свою голову к груди, он может работать только по корпусу, фактически, да? Но дело здесь совсем в другом. В том, что это вносит большое разнообразие. То есть все думают, что Спенс будет преследовать Майки Гарсию, а Майки Гарсия уходит. И это верно, абсолютно верно, но это трудно по силам. А на самом деле Майки Гарсия, я так думаю, сейчас уже меня это осенило, он будет вносить сильное разнообразие с игрой дистанциями. То есть он также будет уходить очень резко и пытаться в разрез ударить жестко Спенса. Но часть времени, грубо говоря, там может быть даже 20% времени, он будет прижиматься своей головой к груди Спенса. Во всяком случае, стараться это делать. И к чему это приведет? Спенс, он существенно выше Майки Гарсии. И Майки Гарсии ему очень удобно прижиматься. Это раз. Прятать свою голову на груди Спенса. Второй момент. Как это ни странно, Спенс, несмотря на свою реально большую мощь, это на самом деле так, но он мастер не ближнего боя, а мастер средней дистанции. То есть он хочет, чтобы была дистанция, разогнать его руки. В ближнем бою, как бы это ни звучало удивительно, при всей своей мощи, если вплотную вы, то есть мастера ближнего боя, но он к ним не относится. То есть в этот момент он не сможет Майки Гарсию поразить. Таким образом, мы приходим к тому, что Майки Гарсия получает еще один ключ к победе. Я не думаю, что эта победа будет яркой или разгромной. Во-первых, мне известно и мнение букмекеров, и мнение всей боксерской общественности, которая вся верит именно в Спенса. Да, и разница в весе, но как-то не странно, я думаю, что этот дополнительный как бы прием, кроме убегания, еще и прижимание обратное, да, он очень поможет Майки Гарсии, и, соответственно, в тяжелом конкурентном бою я предполагаю, что Майки Гарсия выиграет. Теперь я хотел бы сказать еще более важный момент. Вот если вы смотрите это видео и, допустим, вы увлекаетесь азартными ставками, да, то я не советую вам делать сейчас ставку, потому что в президентских выборах, например, кстати, вот
В Украине, да, скоро ведь будут выборы, поэтому это актуально. На президентских выборах и вообще на всех выборах не просто так есть день тишины. То есть не нужно смотреть что-то видео мое или, например, наоборот, сторонника Спенса. Смотреть его там, да, за несколько часов до боя и принимать решения на основе этого. Если вы увлекаетесь ставками, опирайтесь на свои старые мысли, а не на последнее видео свежее, которое вы только что посмотрели со мной, да? Народ, я это все предсказание рассказал по той причине, на самом деле мало кто его успеет посмотреть, да? Несколько часов всего до боя, просто меня осенило, блин, это же то, что он будет делать этот прием. И получается, после видео я скажу, да, типа, это было очевидно. Но если это было очевидно, что же я туда не рассказал до этого? Вот сейчас я решил рассказать. Бой просто огонь. Что победит Майки Гарсия, что победит Спенс. Это будет, я предполагаю, это будет космос. До новых встреч, друзья. Ждем боя.